Так, ну что, Дмитрий? Даже боюсь, что ты сейчас поднимаешь виду. Визуально на голову. Да, погнали. Ну мы спать идем или что еще Какого будем мать на делать? троих? Да гол втроем визуально на голову. Да хуй вам. Вот видишь, кстати, сыграй игру Каразу, блядь. Ну, сыграем, посмотрим. Это, в принципе, Что-то. идея, блядь. Давайте, нахуй, хули. Блядь, я говорил, что я скачал, вообще-то хуй ее скачал, если честно. Ой, это такая сейчас будет боль, нахуй. Пиздец, блядь. Я просто думал, Дмитрий, может мы с тобой в кооп поиграем немножко, но я что-то не уверен, что это хорошая идея. Думаю, сейчас мы босса остерим. Ты что, издеваешься, Да что нет, ли? конечно. Ничего мы сейчас не Я о чем осилим. тебе говорю, блядь. Нет, если мы там остановились бы на левеле каком-то, это еще понял. Но мы остановились на аниме девочке, так что, ну, нахуй. Нет, ну нет, я не осилю аниме девочку, я думаю, нахуй. Да и я, пожалуй, тоже вообще-то. Ну, само собой, аниме девочки это не какие-то обычные людишки. Это Да, не тянки. говори. Да. Это лольки. Злые. Причем очень злые, почему-то. О боже, инсталлировать опять этот ад на свой компьютер. Да, давайте. То есть, прикинь, они вот на эту игру, которую я сейчас собираюсь играть, они на нее сделали, короче, этот спидран уже и добавили ее на спидранерский сайт, бля. Кит блондин, бля, чё с ним? Да, тут такой кит блондин, блин, ты охренеешь. Так, вот у меня здесь очищено, я теперь нажму второй сейв. На нормале, пойдем. Все, все работает, поехали. О, картинка, кстати, новая, я смотрю. Блин, подождите, ребят, у меня очень громкая игра. Побежали. Тут какой-то лес теперь. В общем, да, это как, знаешь, типа туториал такой а-ля Боши. Ссылочка на Боши. Вот они, эти два джамп рефрешера, которые почему-то стали какой-то белой хуйней. Карас, что это за джамп рефрешеры? До этого нормальные были джамп рефрешеры. Я вижу, изменились кубики. Что за хрень, блин? Тут пиздец. Кстати, здесь какая-то секретка для Impossible мода. Ага, блин. Да, вот так вот можно. Сейф джамп. Кстати, вот эта музычка в начале, да, просто охренеть. Ёптать. Чувак маленький стал. Что сделал демон? Да ща, подожди. Настраивают. Нихуя настроил, блядь. Я же испугался. Вот сейчас должно быть чуть-чуть погромче. Так, тут что-то изменилось, короче. Тут экран другой уже. До этого было все не то. Нахуй, забей. Нет, ну я без звука буду. Нет, без звука тут тупо скайп. А тебе будет хреново со звуком-то. Ага, я вспоминаю старую добрую игру, блин. Чё у тебя кровь-то синяя? Кстати, вроде бы триггеры стали более адекватные. Да! Ёпты. Карас сделал нормальные триггеры. Похоже, кажется. Да, это гораздо более адекватно. Фак. Я на радостях аж в шип вошел. Чё кровь у тебя голубая? Ой, да хрен его знает. А, да, а голубая, что, кстати, стала реально голубая. Вот уже все лучше стало, как раз, гораздо. Вот кроме вот этого триггера, что-то я его не понимаю. Ну сейчас, может я просто туплю. Я просто, знаешь, я привык к его супер жестким триггерам, что нужно прям супер быть осторожным. Блин. Рано прыгаю, а вот теперь я поздно прыгну. Так, синяя, ибо ты андроид. Это жидкость, которая внутри андроида. В общем, это не кровь, а синяя хрень. Мы за какого-то киборга, в общем, играем, Дмитрий. Твой шип. Почему этот триггер стал сложнее, чем он был? О, наконец-то. Он поставил значок идти туда. Карас. Ты поставил значок идти туда. Я вот вижу еще сверху значок идти туда. Ну, это точно пиздеж. Я же знаю, что идти не туда. Тут еще секрет внизу. Ну, было раньше, по крайней мере. Беспонтовый, блин. А, теперь уже секрета там нету. Клево. Он поставил сейф-блокер. Короче, как раз все учел.
Так, я знаю, куда здесь направо. Ага. Ой, это что-то новое. Подожди. А где Good Level Design? Он что, удалил Good Level Design? Какого хрена? Да, похоже на то. Да блин, я на своей клаве не могу так низко подпрыгнуть. О, получилось, ура. Фак. Есть. Четко. Кстати, этот уровень, видимо, сделал G-Palm. Потрогай красный... А, это A-Line. Потрогай красный кубик пишет. Фига здесь еще и с A-Line'ами. Ну, это видно, левел дизайна G-Palm'а, короче. Ага. Окей. Видимо, надо ожидать адекватного левел дизайна, короче. Вот и чувствуется, что что-то такое стало. Знаешь, фановое, блин, играть можно. Так. И куда? А, мне наверх. Подожди, а я вниз пойду. Ага. Дебил, бля. Написано наверх ходи. Понял. А, подожди, не туда я прыгаю вообще. Ты... Сюда? Так, а вот и левел дизайн. Good, видимо. Зачем я делал прыжок, если можно было сойти? А хуй его знает. Блять. Серег, ты тоже пошел спать, короче. А. Возьми промежуточек. Угу. Давай, я пройду эту хрень, тоже спать пойду. Давай. Ребят, давайте тоже пока. В стене есть дырка, там сейф. Блин, я уже прошел, так засейвился. А, я про это забыл. А чё за скип слишком очевидно, я не понял. Я же вроде ничего не скипнул. Ага, а здесь даже дебафнули, короче, это. Как раз дебафнул диагонали для Impossible мода, да? А, да? Нельзя было с воды на платформу? Блин, я не знаю. Я попробовал, так у меня получилось. Хз. Видимо, так было не рассчитано, да, я так понял? О, Карас, а ты что, сейф там убрал, что ли? Здесь же можно было засейвиться. Да, и жесткий скип получается. Ага, и сейва нет, понял. А, ну тут и облегчено, там как бы шип-то убран сверху. В принципе, сейф там теперь и не обязателен. Да, блин. Ага, и здесь тоже понерфлена диагональ, ну блин. Все равно в конце какая-то диагональ осталась. Ты... Твою клавиатуру, блин. Как же это неудобно. Я нажал кнопку. Даже звук был нажатия кнопки. У меня персонаж не подпрыгнул ни на фрейм. Я обожаю свою клавиатуру. Ой, Geometry Dash, рант вы комментировать. Там где есть что комментировать? Я как бы его, вот после того, как пройду Geometry Dash, я его посмотрю, что-нибудь тебе там откомментирую. Это точно. Так, я смотрю, здесь как раз тоже понерфил. Убрал жесткий прыжок перед сейвом. Или, подожди, это Пальма, наверное, сделал, да? Два этих экрана-то. Это, наверное, дело рук Пальмы. Так, это я помню. А, нет?
А, ну, видимо, Карас все-таки одумался и сделал экран фановым. Да, теперь стало нормально, кстати. Карас, одобряю, это хорошие фиксы. Угу. Так, и 16 пикселей здесь поставили, нормально. Ты годный тейлсет. Да, в принципе, уже довольно-таки симпотно смотрится. Так, вот мне интересно, а что будет, если пойти вон туда? Угу. Ни хрена не будет. Так, а здесь шип остался, кстати? Да, остался. Вылетает. Отлично. Согласен, отлично вообще. Так, вот, короче, я вижу, сейф опустили с потолка. Вот в этот, что ли, корнер? Ой. Я какой-то секрет нашел или что? Ой. Фак, это секрет. А сейва нету, да? Нет, сейва нету. Секрет скипает основную часть. Нет, тогда я за ним не пойду. Про сейв тупо забыл. А желательно в секретке поставить сейв, потому что, ну, каждый раз делать этот корнер, это беспонтово. Ага, я вижу понервленный прыжок перед сейвом. Но самое главное, что как раз джамп остался. Так, и вижу вот уже еще один нерв. Вот оно, продолжение. Здесь был конец раньше, а теперь новый контент. Хм. Вот, это экран от Пальмы, да? Ага. Сейчас посмотрим. А, понял. Блин, Пальма, ты жесток, нифига себе. Два полных прыжка-то тяжело сделать, а уж три полных прыжка. Это вообще жесть. Ну, в принципе, сейф короткий, норм. Подожди, здесь что-то как-то несколько путей как будто. А как лазить по этой хрени? Не понял. Ну, видимо, никак, окей. А, там лианы, блин. Я их не заметил. Ну, в общем, я иду направо, я лианы не заметил. Да.
Не знаю, что я уж там пропустил, может, секрет какой-то. А, фейк-выход. Ну и ладно тогда. Хрен на него. Фак, это что такое? Ага, я уже вижу, что-то дизайн сменился немножко. От киллера, да? Понятно. Фак. Кто-то, я думаю, какого хрена. Ага, я сразу заметил смену декораций, блин. Клёвый триггер. Чё, все, приехали? Понятно. Вот этот маленький шип, блин, он очень сильно сливается с тайлсетом, его заметить... Блин, почти нереально. А это что такое? Кто такой клевый экран сделал? Это пальма, да, наверное? А это твой экран, Карас? Клево, мне нравится. Так, подожди. Меня запутал твой левел дизайн, блин. Мини-шип, но я так и подумал, там трава какая-то, блин. Не самый удачный экран от пальмы. Триер пишет, не я вставил. Съебись. Мне это сильно облегчает жизнь, знаешь ли. Блин. Не прыгать, Форнер, да? Так, сюда нельзя. Так, ладно. Почему в этой воде так офигенно вверх отфигачивает, я не пойму. Да, я, блин, не понимаю, почему так высоко отпрыгиваешь в этой воде. Так, блин.
Ага, понял. Боже, это мне обратно по этой воде. Я забыл про этот грёбаный триггер. Класс. Да-да, я помню, Geometry Dash, я уже вспомнил, спасибо. Да, блин. Нет, вот с водой реально тяжело. Может, на геймпаде было бы еще более-менее, но, блин, на этой клавиатуре не получается в воде нормально прыгать вообще никак. Да проблема в том, что геймпад надо включать. Клавиатура уже работает. Ребят, я, кажется, засейвлочился. Зашибись. Ой, блядь. Хороший сейв позишн. Передвиньте сейв чуть пониже, короче говоря. Ну, видимо, почти я прошел, получается, да? Вот, в общем, вы видите, да, вот здесь может быть у человека проблема. Я просто прыгнул, чтобы засейвиться, и засейвился так, что я каждый раз умираю. А, там экстра еще. Ну, блин, давай, Джипал, наверное, твой сейв, что ли, я не знаю. Быстренько глянем, что там за экстра. Карас, экстра реально пиздец? Просто если экстра пиздец, давайте лучше, блин, в следующий раз ее тогда. А то уже, если честно, я, наверное, не потяну сейчас какой-то пиздец еще. Ну давайте я одним глазком гляну вашу экстру, блин. Так, ну вот, правда, я прошел экран, получается. Что-то типа того. Ой. Сейчас, я не то хотел. Чё? Ой, я понял, что это за хуйня.
Самое печальное, что я понимаю, что это экраны повторяются, только блоки невидимые, но я уже забыл, что было на тех экранах. Я считаю, вслепую это прохожу теперь, блин. А это, кстати, экран, который я не прошел даже по-нормальному. То есть я, в принципе, не понимаю, что здесь делать. Видимо, там блока нету. Блин, зачем я прыгнул туда еще раз? Блин, вот дальше будет тяжело. Да я понял, что дальше. Вот здесь мне что теперь делать? Понял. Так. А это что такое? God level дизайн без блоков? Стоп, я помню этот экран. Странное ощущение играть без блоков, конечно. Да, музыка вообще успокаивает, блин. Прям релаксируешь. Блин, вот этот сейф доставляет, блин. Последняя диагональ подставная вообще. Блин, для нее есть сетап, кстати. Можно было ее на изичек сделать. Да блин, смотри. Вот здесь где-нибудь встаешь, просто вправо прыжок.
И убиваешь себя потолок, ладно. Never mind. Если бы там был потолок, был бы сетап. Потолка нету. Ай. Хотел, блин, сумничать, не получилось, ну ладно. А здесь-то что, я забыл? А вот, можно посмотреть. Ага, вот так. Да, туда потолок было бы неплохо. Был бы хороший сетап. А то перед сейвом на этой диагонали помирать так будет обломно, особенно на импосибле. Не, кровь убирать не надо. Кровь здесь очень сильно помогает. Я, к сожалению, не помню здесь полный лейаут левела, поэтому буду пытаться сделать какой-то адский дроп. Так, я, пожалуй, здесь намеренно умру и посмотрю, кого хера. Мне это не сильно помогло, на самом деле. Я просто банально забыл. Нет, экстру с невидимыми шипами не надо. Это шутка, да. Я забыл. А, я, кажется, не туда пошел. Да не, как раз. Невидимые шипы — это совсем уже маразм. То, что сейчас, это еще фаново. Как бы, это вот типа ты прошел игру, молодец, чувак. А давай теперь попробуй вспомни-ка, а что ты вообще прошел? Это еще норм. А вот шипы невидимые, не, это супер не фаново. Да я забыл, блин, уже как я туда добрался. Твоего, блин, забытого левел дизайна. Да... Как я сдох? Какого хера? Блин, что-то мне как-то тяжело передвигаться по этим невидимым лабиринтам, блин. А, здесь вообще нужно одним прыжком-то делать. Чё я хрень какую-то пытаюсь сотворить? Ну, это же изи. Так, секрет. Тоже будет невидимый. Да, невидимый секрет.
Ну, что-то как-то у меня и не получается особо. Я как-то... Я здесь застрял. Не пойму, куда мне вообще. Ладно. Вот это обидно, блин. А здесь что? Карас джамп, это то, что я хотел сейчас. Карас джамп с невидимыми блоками, блин. Мечта. Ой, GG, народ. Ну, что я могу сказать? Блин, игра стала лучше. Вот как раз, ты буквально, знаешь, починил немножко триггеры, и уже стало настолько фанове, блин. Вот гораздо. Вот видели, я в этот раз играл, я даже особо не матерился. И опять же, я вот указал вот на места, которые не особо фановые. Вот эта последняя диагональ там была не очень хорошая. Так, блин. Господи, этот ИА-рейп меня, блин, уже достал, честное слово. Поэтому я это выключу. В общем, да. А так, в принципе, уже неплохо. Я вот единственное, что еще секрет нифига не разведывал. И вот, конечно, вода. Вот с этой водой там, конечно, можно было пройти. Но, блин, это было не фаново. Да, в общем, думаете, что со всем этим делать. Но вот эта версия игры, она гораздо лучше, блин. Даже, знаете, блин, так в среднем более-менее фаново, я бы сказал. Вот, видите, уже оценочка игры повыше.